Ясно, в общем, зря я тут создавал интригу, что будет сейчас сложный босс. Вы уже, наверное, все такие: о, нифига себе, сейчас посмотрим, да. Да, но я же не знал, что втроем его так легко пройти. Ой, блин, да. Сейчас мы будем просто вот тупо смотреть на избиение младенца. На избиение абортированного профессора из чрева двухглавого розового динозавра. Да. Подпрыгнули еще, пинок под зад ему, значит, в прыжке всунули. Да. You can't touch this, сказал синие штаны. Победитель в этом уровне по очкам у нас толстый. Мустафа с буквой П на кепке. Не знаю, что это означает. Пишите в комментариях, что означает буква П у Мустафы. Пришла тёлка, а это именно четвертый плеер. Ну и серии, да, пацаны, вы молодцы. Все тут за меня сделали, а я славу беру на себя. Ну все как обычно, короче, да. В общем, босс взрывается. Ну и как обычно, его лаборатория сейчас взорвется. Бежим, и все взрывается. В лучших традициях боевиков 80-х и 90-х все взрывается. Наши герои бегают. Черт! Баба падает, и синие штаны из-за бабы остаются. Наши герои орут: Джек, Ханна, блин, где вы? Черт, нет! И похер, и пусть они там остаются. А мы вдвоем, всего лишь два парня, лоли-лоли, идем по пустыне, наслаждаемся закатом, романтикой, читаем тех, кто сделал игру. Это всякие Нисуи, Каноми, Он и Тян, и, короче, всякие другие, Кио, Сюн, Пиру 2. Кстати, вот раньше прикольно разработчики, ну, прикалывались и писали свои кликухи. Ну, некоторые свои настоящие имена писали, а вот некоторые кликухи, как вы видите. Сейчас тоже такое есть, но не так, ну, не так часто, вот как тогда. И я уверен, что вот под этими кликухи... О, Нин даже есть, с понтом из Текена, да, игрок. Ну, текенист. Я уверен, среди них там где-нибудь Йосинори Оно спрятан и еще какие-нибудь такие топовые капкомовские разработчики. Хопа, Джек, Ханна, с вами все в порядке, да, да. Мы, блин, еле выбрались оттуда. Профессор был, конечно же, лопух, но аппаратура и динозавры при нем. Но все равно мы его замочили. И тёлка такая: побежали домой. То есть мы поедем на машине, а вы просто бегите за нами. Да, самая мудрая. Ну, каноническая запись ААА от двух плееров. О, третий, смотрите, что-то пытается написать. На, а он написал на. То есть у нас двое записались ААА и один на. Все. С вами был финский парень Ли Кей. Заправляем, значит, майку в трусы, допиваем чай, ложимся спать и ждем новых прохождений. Бау-бау-бау. Пока. Шекспир.